1997 году Виктор Петрик впервые получил графены в свободном состоянии, чем открыл для мировой науки путь к их изучению. Явление образования двухмерных углеродных кристаллов при холодной деструкции графита было зарегистрировано Международной ассоциацией авторов как открытие в 2001 году. С этой целью в межслоевые пространства графита заселяется химическое соединение, способное к взрывообразному разложению. Далее запускается автокаталитическая реакция разложения химического соединения, что приводит к распаду графита на его составляющие – графены. Промышленное производство графенов и их применение, в том числе для очистки питьевой воды, Виктор Петрик запатентовал в 46 странах мира. Ну, можно еще медленнее. Время идет, а процесс продолжается. Это будущее многих и многих технологий. Это и есть самый идеальный. This is the ideal самое легкое вещество в мире. This is the lightest substance in the world. Но мои друзья китайцы сделали вот столько. Dear friends, the Chinese scientists managed. А они сделали его два года. Самое интересное сейчас. Автокаталитический процесс. Обратите внимание, а Нобелевский лауреат нам предложили оторвать его скотчем. Смотрите, сейчас вы увидите металл. Ага, металл, да. Металл. Да. Каждый раз отрывается один графен. Посмотрите наглядно, как это красиво. И это потрясающее, что мы можем визуально наблюдать весь процесс. Вы можете взять с собой на анализ. Тот самый графит, в нем соединение, которое может распасться только при специальном воздействии. Сильном ударе молотком, толчке, там, я не знаю, на расстоянии лазера можно запустить этот процесс. Можно с помощью контакта с инициирующей жидкостью. Мы получили графены. Вот та же самая цепная реакция. Маленький кусочек, вот такая частичка. Когда запустился процесс, она вся отработала. Мы слышим характерный звук. Правда, это сильно отличается способ получения графенов с помощью клейкой ленты. И то, что мы сейчас увидели здесь. Thank you.
Ну, пробую. Внимание. Вот он. Черный снег. Нарочно не придумаешь. Но зато я показал, какая это активная смесь и сущность, что у меня по-настоящему в межслоевых пространствах находится взрывчатое вещество. Вот это нормальный человек пишет. Вот в это все можно поверить. Статья называется «Петрик начал конкретно вонять». Да что же это такое? Оскорбления. Грязные, жесткие. Даже если журналист поскользнулся, он должен извиниться. Он должен написать. А если он сумасшедший, его так оплатили, что он пишет заказные статьи, то пусть суд тогда рассудит. Но если и суд не работает, то что тогда остается? Говорил Гёте. Когда слишком долго вглядываешься в пустоту, начинаешь видеть, что и она к тебе присматривается. Очень многие промышленники и чиновники не хотят инноваций. Это мешает им жить. Это требует новых решений, новых подходов. А зачем? Ну, Никель, миллиард долларов получает в сутки прибыль. Да? Оно ему надо. Оно ему надо? Нет, не надо. Прямо скажем, не надо. Да? Если бы он завтра начал получать 500 миллиардов, послезавтра 200 миллионов, а потом 100, а потом 5, а потом 10, вот тут бы он задергался. Да? Средствах массовой информации затронуты многие люди. Нужно очистить научное сообщество от этих склок и заниматься наукой. Давайте вспомним жизнь Ландау и Власова. Делали совершенно отвратительные вещи. Так нет, но психология людей время не меняет же. Но если есть установки определенные, то они ограничивают развитие этого безобразия в человеке. Вот это важно соблюдать. Вот я сейчас чрезвычайно расстроен тем, что научное сообщество расколото, это вред большой для страны, сталкивают людей, используя их амбиции, их наивность. Деньги разговор особый, потому что когда появляется идея, которая делает жизнь более благопристойная, и людей, которые свою продукцию не нужны, потому что более высокие новые технологии и все, естественно, это сопротивляется публика. Я отношусь к науке трепетно. Научное сообщество расколото. Сейчас сталкивают. Мир сталкивает Российскую академию естественных наук и Российскую академию наук. Я один из лидеров РАИ. Я должен ответственно относиться, понимаете, к делу. Ученые на другом языке разговаривают. Вообще. Нужно взять и пригласить ученых. Я знаю, что Виктор Иванович этого не чуждается, напротив, он готов, он открыт. Я это знаю, это очень красиво, что он открыт. Но надутые люди не хотят
обсуждать. Или говорят глупости, или говорят просто вообще. А нам, мы не хотим в это вникать. Ученые разделяются на две категории. Первая категория – те, у которых есть столько, что им не жалко отдавать другим, не глядя, не прося ничего взамен. И те, которые ничего нет и живут на идеях окружающих, давят их, раздавливают и так далее. Мы, как Петровская академия, имеем достаточный авторитет для того, чтобы представить это правительству и настаивать на том, что это имеется такую важность, что это должно попасть в государственную долгосрочную концепцию социально-экономического развития, которая утверждается правительством. Вот тогда мы вокруг этого дела и получим нужное сопровождение. Как это важно, если существует научное учреждение, где есть студенты, где есть люди, чтобы передать материал, начиная от научного обоснования, сам материал передать те же системы, поставить здесь, чтобы студенты изучали, чтобы преподаватели включились, чтобы нащупали возможность бизнеса и организации его. Я полностью к этому готов для того, чтобы здесь не присутствовать и рассказывать. И это очень важно. Вы сегодня убедились из его доклада, насколько ярок этот талант и многогранный, понимаете? Вот. Постановление Президиума 21 января 2011 года. Заслушал, обсудил доклад доктора технических наук академика Пектрика Виктора Ивановича. Президиум отмечает крупные научные результаты, достигнутые им в 1991-2010 годах. Первое. Открытие явления образования наноструктурных углеродных комплексов в 2001 году, чем впервые была обозначена перспектива получения графена способом холодной деструкции графита, и тем самым открыта дорога к его изучению мировой наукой. Второе. Открытие явления образования наноструктурных углеродных комплексов, создание способа холодной деструкции графитовых соединений и технологии промышленного производства углеродной смеси высокой реакционной способности УСВР, что нашло широкое применение в очистке от нефтепродуктов водной поверхности во многих странах мира, в системе Минобороны Российской Федерации, в решении хозяйственных задач агропромышленного комплекса России. Третье. Разработка наиболее эффективной технологии очистки подземных вод от МТБЭ, метилотритилбутилового эфира, которая была впервые применена при ликвидации экологической катастрофы в Соединенных Штатах Америки и ряде других европейских стран. Четвертое. Разработка и промышленное внедрение нанофильтров, что дало возможность наладить эффективный процесс доочистки воды непосредственно для потребителей. Пятое. Тем самым Президиум ПАНИ констатирует фундаментальный вклад академика Петрика в отечественную мировую науку, в разработку промышленных образцов и промышленных процессов для решения проблем качества жизни людей. В скобках. Программа «Чистая вода», экологические технологии, средства тушения пожаров на суше и на море, модификация технологии производства нанотрубок, уникальные способы производства драгоценных металлов и сопутствующих им элементов, способы изготовления искусственной шпинели и другие прорывные технологии, способные превысить в разы эффективность российской экономики. Шестое. Президиум ПАНИ постановляет просить верховную власть страны оградить результаты научных исследований академика Петрика от нечистоплотных ученых РАН, работающих против России, и считает высшим долгом выразить озабоченность и тревогу по поводу антипатриотической деятельности так называемой комиссии по лженауке при президиуме РАН, не способствующей включению в развитие российской науки талантливых ученых в обстановке их психологического давления, компрометации и огульного охаивания результатов их научных достижений. Образовать межрегиональную комиссию ученых ПАНИ по сопровождению научных результатов, научных разработок академика Петрика на предмет их практического применения. Здесь сегодня были представлены директора ведущих химических институтов. Значит, очень высокая аудитория с точки зрения там, академических званий, и там много лауреатов государственной премии, ну, это все от Ленинской. Но то, что нам сегодня Виктор Иванович рассказал, и то, что я
какие-то вещи по первому разу и по второму услышал. Это очень интересно. Ясно, что такие, ну, некоторые из них революционного типа идеи, они, скажем, должны быть, наверное, подкреплены пониманием механизма происходящего. Они при этом бы засияли бы красками, а некоторые были более глубоко проработаны, и от них была больше отдача. И здесь вот взаимное желание сотрудничать Академии и Виктора Ивановича, ну, Виктор Иванович Академии, вот так правильно будет сказано, оно прозвучало, по-моему, совершенно открыто. Это настоящий ученый, человек, который занимается, похоже, с очень большой самоотдачей, значит, наукой. Он в нее влюблен, он ее, значит, мало то, что любит. Но это заражает еще и окружающих. Can show it to us too. Is chemically possible? That this compound don't exist. So, он говорит, что это соединение не существует в природе. Оно химически невозможно. It exists. Are you buying it? Вы покупаете его где-то? Это химически невозможно. Я вам говорил, что в этой лаборатории вы не встретите тривиальных вещей. It is discovery. Вы, господин профессор, мой оппонент. You are my opponent. Это хорошо, что вы говорите нет. It's good that you say no. По каждому пункту я выиграю на 100. Я прошу вас всех дать мне сейчас бой, но только по существу. Yes. But they are volatile. Ну, понятно. Давайте. Where is my main opponent? А, где вам? How things are? Как соединение трифторфосфин? Have you found this compound? Yes. Да, мы нашли это соединение. Нашли это соединение. Нет, нашли? Yes. Yes. Ученые имеют право сомневаться. Но я очень устал от российских ученых, которые говорят, этого не может быть. Любой иностранный государь хочет его к себе пригласить, чтобы он работал и приносил прибыль им, а не России. Любой. Это Штаты, это Кувейт, это Япония, Чехия, Словакия, вот Франция. Это все. Где он не бывает, ему сразу предлагают, вот тебе лаборатория, вот давай работай на нас. Это правильная позиция государства. И он мог давно бы уехал в Швейцарию и в Цюрихе бы работал. И дали бы ему эту виллу на Женевском озере, да? Он потребовал. Тут он живет в Севушке, да? Все. И здесь работает, и работает на Россию, да? С помощью этого сорбента мы сегодня показали, что вы просто при первичном пропускании через фильтр мы уже получили совершенно прозрачную жидкость. При следующей процедуре мы получили чистую жидкость, потому что там живут аквариумные рыбки.
Впервые решен вопрос таким образом, что на судне будут стоять свои уже готовые фильтры, сепараторы, судно само себя очистило, сбросило абсолютно чистую питьевую воду.